Пошли-ка. Ну-ка. Сегодня у нас утро. Стоп! Поехали. Давай ты. Аня, были уже здесь. Вот отойдите, отойдите, а он на место встанет сразу. Давай. Давай, Настя. Двое. Так что, двое или трое приехали? Двое. А? Принимайте двоих. А где эти? По семейным обстоятельствам. Мир тебе, брат. Заходите. Мир тебе, брат. Михаил, по семейным обстоятельствам дети приболели, чтоб там у него по мелочи. Ну ладно. Мы сегодня дадим объявление. День открытых дверей у нас. На 16-е. Пошли, Володя. Все? Пойдемте. Вещи-то берите свои. Вещи. Сумки-то выгрузить нам или пока? Потом... Он не слышит. Сумки, они говорят, надо забрать. Сумки. А где сумки? Берите. Я не слышу. Так, мы их обиходим, оставим, мы сразу поедем куда надо нам. Потеряли одного дороги. Молодец, молодец, Шарик, молодец. Чихай этот. Он облаял, наши чужие. Да. Вспомнит. Ну, пошли. Давай. Три поклона и мир дома с ним. Заходи, брат. Туда, туда. Заходи, заходи. Туда. Он бело сидит на своем посту. Положите пока. Ну потом, что у вас? Что-то иди, ты туда не заходите, обувши. Там будете ходить босиком. Все. Так, у нас все подошло к тому, чтобы 7 часов быть за столом. Порядок у нас такой. До обеда гости приезжают, а они свободно отдыхают. Спать можете все, а мы сразу уедем, тут у нас одно дело есть. А после обеда вы тогда, если желаете, пойдем со мной работать. Понятно. На Симаковске я жду, когда. Я думал, что трое будут. Ну и двое неплохо. Все. Будем за троих работать. За ну, понятно, пошли. Мы вас теперь вспоминали. Yeah.